Приветствуем посетителей сайта artshoprus.com. Это видеообзор на ермиловскую игрушку «Лошадка на колесиках». Сделана была как традиционная русская игрушка для детей. Совмещена, то есть наверху верхняя часть – это ермиловская игрушка. Сам промысел ермиловский – это часть ответвления хохломского народного промысла, что видно по характерной росписи. Но лошадка сделана из прессованных деревянных опилок, которые остаются от изготовления хохломской посуды. Эти опилки прессуются, склеиваются по технологии папье-маше, потом сушатся и расписываются, покрываются лаком. Благодаря чему вот эти игрушки ермиловские, они, в отличие от деревянных, очень легкие. Легкие, компактные, не пьются и, в принципе, очень легко чинятся. Нижняя часть сделана из дерева, с деревянными также колесиками. Обратите внимание, что спереди есть маленький крючок из металла, за которому можно прикрепить веревочку, и ребенок может эту лошадку катать. Еще один плюс то, что это полностью ручная работа и сделана из экологически чистых материалов, то есть без использования каких-то вредных химических красителей или веществ, чем вот обычно характерны китайские игрушки. Это работа русских мастеров. Качественная, достойная, хороший подарок для ребенка.